Здесь будет сквер, уже сажают деревья и в целом благоустраивают земельный участок на улице Яна Фабрициуса. Кроме зеленой зоны, сделают спортивные площадки с тренажерами. У будущего сквера уже появилось название «Фестивальный» в честь открытия в Сочи в середине октября Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сочинские студенты пришли сюда, чтобы помочь освободить территорию от сухостоя и мусора. Уже разработан проект сквера, известно, где что расположится. Вот, например, коллекционная бамбуковая роща будет полностью сохранена, но специалисты произведут правильную обрезку. Шефство над этим проектом взял общественный экологический совет при главе города Сочи. Предусмотрены две парковки. Центральная аллея с закладкой камня, и сейчас, когда эмблема фестиваля молодежи и студентов будет утверждена, поскольку этот парк посвящается этому фестивалю, по всей видимости, будет стела с этой эмблемой, центральная клумба, аллея, вот, закладываться. А так, существующие дорожки вдоль бамбуков, внутри бамбуков, они есть, они протоптаны, будут зоны тихого отдыха. Инициативу экологов активно поддерживают сочинские спортсмены и местные жители. В этом районе живет и знаменитая сочинская теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина. Ну а пока она в столице, ее мама Ирина Веснина познакомилась с проектом будущего сквера, где, возможно, будут установлены и теннисные корты. Молодежь должна быть занята, занята спортом. И это очень хорошо. Я думаю, что будем говорить, обсуждать. Мы уже говорили об этом и встречались, и с мэром. То есть это дело будущего, и мы этим занимаемся. Думаю, Лена очень будет рада и поддержит. В этот день обновились и небольшие зеленые зоны. Вот островок на Туапсинской 7Б при повороте на 4-ю горбольницу. Активисты района пришли специально, чтобы перекопать землю, подсадить часть новых растений, обустроить цветник. Стараемся, вот сажать будем. Надо культурировать наш красивый дом, город Сочи. Инвентарь саженцы жителям выдают в районной администрации. Всего в этот день только в центральном районе в субботнике приняло участие более 2000 человек. Было посажено 540 цветников, а также 85 деревьев и 311 кустарников. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.